Меня зовут Игорь Рубан, мой профессиональный стаж преподавателя начинается с 1997 года профессиональный, а уже как руководителя, заместитель начальника кафедры и начальник кафедры с 1999 года. Вот с этого периода я уже профессионально занимаюсь педагогической деятельностью, научной деятельностью, имею учеников, подготовил доктора наук, кандидатов наук, поэтому опыт работы в этой сфере у меня достаточно большой. В Харьковском национальном университете радиоэлектроники я с 2014 года работаю на должности профессора кафедры безопасности информационных технологий. Ну, для своей дальнейшей деятельности этот университет я выбрал не просто. Длительное время я сотрудничал с многими учеными, профессорами в плане научной работы, педагогической работы. Этот университет для меня интересен, потому что университет находится на острие современных IT-технологий и является, на мой взгляд, передовым на Украине в подготовке специалистов в этой области. Поэтому для себя вот задачу как кандидата на должность ректора я ставлю не только на удержание университета в рамках существующих, а именно концепция развития его до европейских стандартов, приближена к мировому уровню, возможность создания системы подготовки студентов таким образом, чтобы они могли реализовывать свои карьерные планы в любой точке мира. Исходя из этого, я формирую программу с определенными четырьмя задачами дальнейшего развития университета. Что это за четыре задачи? Первая задача – это повышение рейтинга университета не только на Украине, но и на европейском уровне. Вторая задача – это создание открытой системы управления. Третья задача – это модернизация научной деятельности, использование новых технологий и подходов. Естественно, четвертая задача – это создание мотивационной системы повышения заинтересованности студентов в обучении. Четыре основных задачи, которые я перед собой ставлю. Почему вы решили баллотироваться на должность ректора? Во-первых, я чувствую в себе силы что-то изменить в нынешней системе образования. Позитивным является в моем позыве, естественно, возраст, потому что я человек активный, мобильный, подвижный. Второе, что у меня есть силы и мысли, и возможности реализации тех задач, которые я ставлю. Поэтому считаю, что есть способность, есть желание и не стремление, а, скажем так, есть внутренняя сила. Как говорят, храбрость города берет, поэтому есть внутренняя сила что-то реализовать и изменить в нашей системе образования. Что получат преподаватели и студенты от вашего избрания? Говорить, что завтра все получат новую жизнь, конечно, это значит слукавить. Но задачи, которые я перед собой ставлю, они довольно-таки сложные, емкие и продолжительные. Но в перспективе, естественно, студент будет в первую очередь смотивирован на будущую профессию. То есть в рамках тех задач, которые поставлены, основная задача – это привлечение работодателей, привлечение представителей IT-бизнеса к ориентированным составляющим учебного плана, чтобы те задачи, которые выпускники будут решать уже непосредственно в трудовой деятельности, были реализованы в учебных планах, и мы их готовили к будущей трудовой деятельности. Преподаватели – это как раз задача открытой системы управления, это создание мотивационной системы, не только финансового стимулирования, а мотивационной системы. Одним из таких примеров является то, что сейчас, например, подход к рейтингованию строится следующим образом. Руководитель пытается построить рейтинг каждого преподавателя. На мой взгляд, это сложно и не совсем объективно. То есть надо все-таки дать возможность руководству кафедры, как и по закону, как основному учебному подразделению университета, принимать самостоятельно решение. То есть в рамках университета создать систему рейтингования именно кафедр по научной, педагогической деятельности, по участию в грантах, и по последующим компонентам, либо критериям. А уже непосредственно кафедре самой решать, кто больший вклад внес в развитие кафедры, естественно, университета в целом. Поэтому распределение финансов, естественно, мотивационных финансов, будет строиться в зависимости от вклада кафедры в развитие университета. Когда приходит новый руководитель, вы, по сути, и не новый, но в качестве руководителя вас еще никто не видел, да? Как вы отнесетесь к старому составу, к преподавателям? То есть новая метла, как говорится, метет по-новому. Какая у вас политика будет? Что вы в приоритет для себя ставите?
Дело в том, что университет – это консервативная система, и процесс подготовки – это тоже довольно-таки консервативный процесс. То есть любые резкие кардинальные изменения в структуре, в процессе подготовки спрогнозировать очень сложно. Поэтому с подходом «да новая метла по-новому метет» работать нельзя. Моя позиция такая, что профессор, преподаватель должен работать и постоянно работать над своим развитием. Новый закон позволяет нам из студента сделать активного участника учебного процесса. То есть количество вариативных дисциплин и выбранных по праву студента увеличивается. Поэтому, естественно, мы сразу через вот этот вот спектр или фильтр увидим, кто из преподавателей активно работает, кому студенты записываются на дисциплины, кому студенты не идут. И сам преподаватель будет чувствовать, что ему необходимо что-то доработать. Исходя из этого, сам подход будет стимулировать педагогов к своему развитию, к новой деятельности. Поэтому тут какие-то жесткие вот административные усилия, я думаю, на первом этапе прикладывать не стоит, а уже в дальнейшем, в зависимости от постановки задач, да, на развитие университета, уже, естественно, какие-то решения необходимо будет принимать. Все встанет на свои места. Да, все встанет на свои места. Я прошу прощения, да, университет и обучение – это процесс эволюционный. И жизнь заставляет нас идти ближе к работодателям и направлять нашу деятельность непосредственно на их интересы. То есть мы уже живем в капиталистическом обществе, нет таких галузевых, как кажете, отраслей, да? Нет, а есть представители IT-области, частные компании, вендоры, и вот на их деятельность надо направлять и мотивировать студентов, и мотивировать преподавателей для своего роста, ну и организации процесса обучения. Если можно коротко, есть внутренняя жизнь университета, есть внешняя. То есть какие векторы развития вы направите на внешнюю составляющую и на внутреннюю? То есть внутренняя это больше интересует. Та хозяйственная деятельность, которая вам достанется, не в очень хорошем состоянии. Ну, говорить, что вот Харьковский национальный университет радиоэлектроники в не очень хорошем состоянии, говорить, ну, не совсем правильно. То есть университет, естественно, способен организовывать обучение, и по сравнению с другими университетами Харькова, я скажу, что материальное обеспечение университета намного выше. Внешний вектор непосредственно – это оказание помощи сотрудникам университета в получении международных грантов. Это создание грантового центра, который будет мониторить ситуацию в Европе, в мире и обеспечивать университет той информацией для создания творческих коллективов с возможностью дальнейшего получения грантов. Но внутреннее, ну, развитие здорового образа жизни, развитие инфраструктуры студенческого городка. Сейчас, согласно нового закона о высшем образовании, студенческий сенат получает серьезные полномочия. Они будут получать финансирование из бюджета университета и самостоятельно распоряжаться деньгами. И руководство университета не будет иметь права влиять, да, на этот процесс. Поэтому внутренний вектор – это вот сбалансированная работа непосредственно руководства университета, ректората по формированию финансовой компоненты и, естественно, сотрудничество со студенческим сенатом. Еще хотелось бы сказать по поводу финансов. По новому закону мы получаем финансовую самостоятельность. И, естественно, любая финансовая самостоятельность, ну, скажем так, определяется определенными рисками. То есть, может быть, Министерство образования в следующем году начнет сокращать бюджетное финансирование. Да, мы не будем теперь деньги размещать, или деньги не будут приходить к нам через казначейство, а мы сможем их размещать в государственных банках, ну, под проценты, под депозиты. Поэтому задача управления финансами на вот следующем этапе – это очень серьезная и очень сложная. И второй задачей для себя я вижу основной – это вот сотрудничество с юридическими компаниями, которые уже обслуживают университеты. То есть не с юристами, которые стоят в штате университета, это необходимый элемент, должен присутствовать, но по всем решениям это все-таки привлечение юридических компаний, которые будут проводить аудит и контролировать деятельность ректора. И уже у ректора не будет возможности договориться с кем-то для каких-то вот своих, да, частных там решений. Ну, естественно, привлечение таких компаний позволит нам и консультативно поддержать сотрудников, потому что каждый из нас по жизни попадает в сложные ситуации, и вот использование такого подхода позволит нам вот обеспечить юридическую поддержку сотрудников университета. За какими силами вы видите будущее университета?
Может, это какие-то открытия новых специальностей или вектор, я не знаю, может, инновации какие-то. Ну, знаете, вот фантастические абсолютно. Вот сейчас мы реализуем проект, это IT-академия HP. Проект масштабный, на мой взгляд, масштабный проект, сложный, но проект интересный. Да, проект финансово затратный, но если мы его доведем до конца, то мы получим в университете дата-центр. Это весь комплекс информационных технологий, вплоть до облачных вычислений. Это уже доступ нас, непосредственно наших сотрудников, к технологиям. И свои задачи, вот я вижу, это вот привлечение вот технологий, новых технологий в университет, потому что без этого мы реализовывать, на острие науки находиться не сможем. Это, если о фантастике говорить или пофантазировать, это создание чистой комнаты. Вот тогда мы сможем разрабатывать микропроцессоры, тогда мы можем разрабатывать новые технологии, ну и так далее, и так далее. Но это действительно фантастическое, потому что это настолько финансово емкая задача, что сейчас вот говорить в своей программе, что завтра я создам чистую комнату и размещу оборудование, которое, ну, один элемент этого оборудования стоит $1 миллион, например, к примеру. То есть сейчас об этом, конечно, говорить... Ну, будет неправильно, но стремиться к этому надо. И делать это надо, потому что это технология. Может быть, еще какая-то детская мечта. Мечта, по большому счету, такая, чтобы люди, приходя на работу, вот, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Чтобы не только материальная составляющая давлела над сотрудниками университета, но и тот комфорт, эти условия, которые созданы, да, позволяли людям идти на работу с удовольствием и на следующее утро, просыпаясь, опять приходить и заниматься любимым делом. Вот это основная задача. Потому что сейчас мы, да, живем в таком меркантильном мире и, скажем так, пытаемся равнять нашу деятельность на финансы, но это не есть ключевой основой нашей жизни. Это необходимый элемент, но не ключевой. Поэтому вот создание вот такого вот комплекса, да, комфортного трудоустройства, вот это вот, как можно сказать, даже детская мечта. Потому что мы все из Советского Союза, и я прекрасно помню и своих родителей, и знаю, что мы были частицами какого-то механизма, который необходимо было каким-то образом смазывать, но когда ты вот уже износился, то, наверное, ты никому не нужен. Европейский принцип, он строится совсем по-другому, потому что путешествие по Европе, такого количества пенсионеров, ну, европейских пенсионеров, путешествующих по Европе, я не видел, и наших пенсионеров я там не видел. А это кардинальное различие, это мерило, вот, да, европейского уровня государства, ну, и образования.